В преддверии нового года глава Северского района Андрей Дорошевский посетил Афипский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Учреждение функционирует с 1947 года. С тех пор оно много раз преобразовывалось, а сегодня здесь находятся малыши, чьи родители, усыновители или опекуны по каким-то причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей. За долгие годы эти стены стали родными для сотни ребятишек со всего Краснодарского края. Вообще центр рассчитан на круглосуточное пребывание 35 детей. Работу учреждения под руководством директора Оксаны Калинченко обеспечивают 83 сотрудника. Это педагоги, медработники, административный и обслуживающий персонал. Многие из них отдали этой работе более 30 лет жизни и до сих пор с любовью и трепетом относятся к каждому воспитаннику. Это не просто присмотр. Детей развивают и создают условия для интеллектуального, духовного и физического развития. Есть хорошая материально-техническая база. Для главы района провели небольшую экскурсию. На площади в два этажа располагаются спальни, игровые комнаты, учебные классы, медблок и столовая. При этом обстановка очень домашняя, в чем убедился руководитель муниципалитета, пообщавшись с детьми во время чаепития. Все они, конечно, ждут Деда Мороза с традиционными подарками. Кто-то заказывал трактор, а кто-то набор детской косметики. А пока директору центра вручили сертификат на покупку прогулочных колясок. В целом глава отметил работу коллектива учреждения и заметил, что для ребят здесь создаются максимально комфортные условия для проживания. Ведь так важно, чтобы вдали от родителей каждый ребенок чувствовал себя нужным и любимым.